Пригнись, пригнись. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Но сам подумай. Я уже больше года охочусь на них водище. Бухарь тоже. Рики, Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Вот смотри. А чтоб мне провалиться. Так куда мы направляемся? Ты знаешь, что добывали в местных шахтах? Майк, там будет полно тварей, может, все-таки лучше не рисковать? Да ладно, лишь бы погода не переменилась. Этим я не спорю, но ты помнишь, что было в прошлый раз? Я и говорю, буду держаться за тобой. Спрячься. Он только в голову убивает. В каком смысле? Тебе на все насрать. Ну да, ты переживаешь из-за друга, не хочешь, чтобы он умер. А вот до меня и всех остальных людей на планете тебе нет дела. Добряки очень быстро дохнут. Сэнджо, они должны быть на месте. Ты их видишь? Да, их трудно не заметить. Что от меня требуется? Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? Вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. Всем привет, с вами снова Артем, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть в Days Gone. Мы приехали на ферму посмотреть, что за ферма. И так получилось, что мимо олени пробегали, и волк за ним гнался. Соответственно, я выстрелил, и типа олень теперь раненый, и вот мы выслеживаем его. Где-то он там упадет дальше. Сейчас мы его поднимем. Оба-на, тут еще. Нормально мы заглянули. Удачно. Так. Ну, пойдемте. Что-то он долго бежал, этот олень, да. И где? Опять зима пошла. Мы оленя потеряли, кажется, ребята. Ладно, пофиг. Пошли к мотоциклу обратно. Мотоцикл гоняет и уйдет у меня. Враг? Патруль мародеров, вот черт. Далеко, блин, не попал. Ладно. Но расстреляли мы, конечно, его знатно. Только зря. Кто-то идет. Это я иду. А, да, черт. Откройте. Я его уже видел. Ферма. И что же мы тут на ферме у вас найдем, интересно? Скорее всего, ничего нету, блин. Просто... место, где можно спрятаться. Да? Ничего особенного тут нету. Сейчас открою. Ладно. Поехали обратно. Какое-то задание появилось.
А, это один из намагов. Я работала в обществе защиты животных. У нас был маленький офис и револьвер для собак за пределами Систерс. Собак было около сотни, в основном уличных. У кого были хозяева, тех иногда навещали. Один парень привел к нам больную Колли. Настоящую красавицу. Но я сказала показать ее ветеринару. Так мы не могли ее взять. Ветеринар был занят, и мы все же ее взяли. Я тогда не знала, что на собак зараза тоже действует. И как на людей. Наверное, никто не знал. Через час она взбесилась. Просто кошмар. На нее начала выпадать шерсть. Она просто превратилась в монстр. Ну, понятно, мы эту историю слышали, по-моему. Дик? Я тут думал, ну, про то, что ты сказал, ну, чтобы, типа, тоже внести свой вклад, помочь лагерю. Я слушаю. Есть минутка? Покажу кое-что. Да, пара минут для тебя найдется. Так куда мы идем? Как ты бывал в пещерах к северу от озера? Бывал. Я туда еще вперед тебя дойду. Серьезно? А, ну ладно, пошли. Мы пешком пойдем? Ты серьезно? Охренеть. Я все равно сегодня собирался на болото. Загляну в те края, проверю, кто в трясине увяз. Когда ты последний раз был там? Да уж давно. Когда я был мелким, мы в этой пещере, считай, жили. Мой папаша увлекался геологией. Кажется, у нас тут парочка застрявших в болоте фриков. Да, похоже на то. Давай я с ними разберусь. Ну ладно, уступлю это тебе. А что, так нельзя, да, Бис? Ё-моё, херня. Фига они подлетают, блин. Ну что, Шиза нашел нового специалиста. Ты знаешь, куда Шиза может пойти. Короче, я что говорю? Он мог часами рассказывать, как формировались эти пещеры. Как порода снаружи затвердевала, но внутри продолжали течь подземные реки лавы. Тут большие пещеры, туристов в них раньше водили. Здесь Метолиус, есть еще другие, они в этих местах... Орда! Охренеть! Короче, мы уже близко к шоссе, теперь надо потише. Ты серьезно? Так, пригнись, пригнись. Ох, ты же ёб... Ты для этого меня сюда привел. Понюхать толпу фриканов? Ну да. Ладно, ладно. Теперь иди за мной. Стоп, стоп, стоп. Куда идти? Куда ты меня ведешь? Я покажу. Идем. Не подходи к ним. Пригнись. Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то, даже для намада. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и из-за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали. Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики – большие скопления, те, что мы называем ордами. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Ну, сам подумай. Я уже больше года охочусь на них водище. Бухарь тоже. Рики, Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Ну и? Размножаюсь. Все дело в ордах. Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиам. Тысячи фриков прибывают в долину Лост Лейк
на север Каскадных гор. И ты думаешь, они идут из Калифорнии? Шоссе перекрыто, через перевал уже пару лет никто не ходит. Для фриков оно не перекрыто. Это нормальным людям по нему хода нет. Короче, я к чему веду? Огромные орды приходят сюда каждую ночь, и мы ни хрена не можем с этим поделать. Ну, тут ты прав. Мы пытались в свое время, потеряли немало ребят. Я знаю, Майк, это при мне было. И после каждой орды остаются шальные фриканы. Либо орда натыкается на препятствие, рассеивается, и вот опять фрики повсюду. Куда ни посмотри. Блин, мышку уронил. Так, все, погнали дальше. На них и смотреть не надо, носом учуешь. Если мы найдем способ преградить ордам путь, может, получится наконец-то уменьшить число фриков. Станет безопасней. Освободится земля под распашку. Да. И как нам этого добиться? Ты прекрасно знаешь, что нельзя перестрелять эту, как ты называешь, орду. Можно. Вот, смотри. А чтоб мне провалиться? А? Фрики тут зависают днем, спячка у них или хер там их знает что. И ты предлагаешь все это... Да. Взорвать все нахрен. Динамит там, там и там. Обрушим на них гору и прикроем всю лавочку. Ну, минус пара сотен фриков. Погода это не сделает. Нет, ты не понял. Завалим пещеру, и им негде станет отсыпаться. Или, может, эта сраная тропа пересохнет, и тогда другие перестанут приходить сюда. Ага. Ясно. Ну да, это интересно. Все, хватит. Пошли обратно. Ладно, суставы я вроде разогрел. Давай, не отставай. Я по-любому, да уж, не отстану. Заварушка будет. Скажи мне, сколько нужно прожить водище, чтобы стать экспертом по фрикам? Ты за ними что, по пятам ходишь? Изучаешь их повадки? Не совсем. Тогда откуда ты все это знаешь? Что орда будет делать? Где они спят? Пару дней назад я ехал к северу от Белнам Крейтер и увидел вертолет. Вертолет? Да ладно. Послушай, это был черный вертолет. Как раз на таких люди Нера тут рассекали повсюду, когда началась эпидемия. И ты такое видел? В небе? Я проследил за ними, спер их рацию. Я пытаюсь выяснить, может, у них где-то здесь есть база, припасы. Черт, хочу понять, что там с федералами, живы они или нет. Они тут проводят какие-то полевые исследования на фриках, изучают их. То есть они тратят ресурсы на это, пока брошенный народ сражается за жизнь из последних сил? Я проследил за ними до пещер Гротта Кейвс. Знаешь, где это? Да. Они установили датчики движения, чтобы замерить, сколько фриков прячется в пещере днем, и Майк, их там тысячи. Да ну. Между собой они обсуждали, что фрики со всех Каскадных гор, от территории за Крейтер Лейк на юге до Смит-Рок на севере, все они спят в этих лавовых пещерах. Если взорвать вход, может, у нас тут фриков поубавится. Дик, твоя идея, она неплохая, но для такого дела надо очень много динамита. Ну, ты хотел защитить Лост Лейк, я предложил тебе способ. Ладно. Короче, так. Мне надо кое-что уладить, а ты жди меня у моста, я скоро буду. Есть где взять динамит. Сент-Джон!
Подземные реки. Час назад ты должен был явиться на ферму. Тебя там лопата ждет. Насчет лопаты, я занят. Да, у нас с Железным Майком как раз сегодня вылазка. С Железным Майком? Пойдешь на грядки прямо сейчас. А не то вместе со своим увечным бойфрендом вылетишь обратно в одище, понял? И хоть сдохни там. Ничего себе. Да, все ясно как день. Конец связи. Че, мы реально пойдем грядки копать сейчас? А мне ведь раньше нравилось на природе. Мы с мужем каждое лето вывозились в детей. Что нужно? Не-а. Ты готов? Куда мы едем? Твой черед мне довериться. Так куда мы направляемся? Ты знаешь, что добывали в местных шахтах? Да, ртуть или типа того. Верно, киноварь. Ртуть извлекали из киноварей. На востоке народ думает, что тут были золотые рудники или серебряные, но это не так. В начале прошлого века киноварь ценилась дороже золота. Шахтеры используют динамит, чтобы расширять ходы, пробивать новые тоннели, расчищать завалы и все такое. А для этого надо зарегистрироваться и предоставить инспектору в окружном суде дубликаты ключей от всех своих сейфов. В окружном суде? А он тут где вообще? Я думал, ты знаешь. В старом здании мэрии. В здании мэрии? Это в Кэмп-Шермане, что ли? Господи, Майк, ты что? Ты ж сказал... Ты сказал, что больше туда ни за что не вернешься. Разве? Не помню такого. Ты был пьяный. Это было после смерти Джо. А я сказал, почему? Бляха. Нет! Вот это я косой. Вот здесь. Направо будет. Мы на месте. Что-то знакомое место. Майк, там будет полно тварей. Может, все-таки лучше не рисковать? Да ладно. Лишь бы погода не переменилась. Так, дом видишь? Это была мэрия. Туда нам и надо. Там куча этих. Давай не будем нарываться. Это что, мой байк упал? Или че? Пойдем. Нам с тобой сюда. Ошибись. Твою дивизию. Оглушитель я не приобрел, бля. Куда мы направляемся? Иди за мной. Ключ будет у инспектора. И ты знаешь, где он? Где его тело? Да, я это знаю. Ты слышал, что тут было? Да, все погибли. Мужчины, женщины, дети. Всего несколько человек спаслись. И ты один из них, так? Всего двое. Я и Нора. Но это не фрики всех угробили. В каком смысле? Смотри. Ну что, они бежит, да? Патроны кончились. Предложили перемирие. Встречу. Вот здесь. Мы знали, что нас ждет. Мы знали, что будет, и готовились. Бой продлился недолго, но было страшно. Конечно, патроны у них еще остались, и они... Ну, ты сам все видишь. Ну, в общем, когда все кончилось, из города ушли двое.
И временами... Мне жаль, что одним из них был я. Инспектор, вон тот в костюме. Бери ключ и валим уже отсюда. А чешуеть. Тебе наплевать на пещеры. А где вон теперь? Ты привел меня сюда, чтобы... Ты привел меня сюда, чтобы показать мне вот это. Ты не прав. Ладно, ключ взял. Мы пойдем заберем схемы шахт, как я и сказал, и добудем столько динамита, что хватит на все пещеры в долине. Не гони. В одном ты прав. Я не жалею, что показал тебе это. Я не понимаю тебя. Я говорю про войну с упокоителями, которую так хочет развязать Шиза. Ты думаешь, ему есть дело до жертв? С любой из сторон. Да ну тебя. Пойдем, дело не ждет. Вот тачки полицейские. Вот дверь. Тут все заперто. Давай. Надо подняться наверх. Судя по запаху, кто-то сдох. Шакалы. Да, я их чую. Скверное дело. Я никогда детей не любил. Они мне действовали на нервы. Мы с моей Элизабет, мир ее праху, на этой почве не раз ссорились. Ты не любил детей? А я думал, ты всех любишь. Почти никого, в сущности. Так, порядок, вот оно. Теперь мы знаем, где в округе все шахты и где там динамит. Ну все, пошли. Слышал? О, сейчас будет все ухо. Ты никому встречу не назначал? Нет. Ну, если что, прикроешь? Эй, я не лезу в неприятности. Но и не бегу от них. Фига у него какой револьвер, да. Вот этот питон там. Держись за мной. Эй, я в состоянии себя защитить. С этим я не спорю, но ты помнишь, что было в прошлый раз? Я и говорю, буду держаться за тобой. Это люди! Теперь ты зачем спать? Да ё-моё! Вроде все. Куда пошли. Ты побежал-то в атаку, блин? Давай, иди. Безбашенный, блин. Спрячься. Фрики. Спрячься. Я разберусь. Ё-моё, блин. Молодцы, ребята. Отвлекайте. Пойдём. Что-то так себе твой магнум, блин. Голову убивают себе. И снайпер там, зашибись. Да, не сомневайся. Отлично, блин. Фу.
Так, давай дымовуху. Урод, а? Ух ты, метка как! Попал в голову все-таки, да? Вон лазерный. Вижу. Решил, господи, охренеть можно! Вот почему в Кэмп Шерман никто не суется. Если Эдди узнает, что ты тут рискуешь своей шеей, она взбесится. И откуда же она, интересно, об этом узнает? Не от меня! Так, давай возьмем все, что нам необходимо, блин, и побежим отсюда. Да, жесткая резня. Все, погнали. Насчет упокоителей. Зачем ты хотел мне это показать? Знаешь, Ник, ты мне напоминаешь меня самого. Ну, в молодости. В каком смысле? Тебе на все насрать. Ну да, ты переживаешь из-за друга, не хочешь, чтобы он умер. А вот до меня и всех остальных людей на планете тебе нет дела. Добряки очень быстро дохнут. Да, это верно. Только вот эгоисты дохнут с такой же легкостью. Жители Кэмп Шермана тоже решили, что будут думать только о себе. Нетрудно убить человека, когда он просто кусок мяса, стоящий между тобой и твоей целью. Жизнь захочет убить упокоителей, потому что думает, что они больше не люди. Они не все. Они стоят у него на пути. Нет, я на эту хрень не куплюсь. Черта с два. Приехали. Никак не поймет, что это я такой пацифист. Ну, так он меня называет, говорит, что я всех выгоню в могилу. А что, Майк, ты собираешься это сделать? Ну, фрики же не вечные, да? И когда они передохнут, кому-то придется все вокруг восстанавливать. Нет, стой, ты послушай. Я не люблю Карлоса и упокоителей, как, впрочем, и эту Такер, или этого Коупленда, и всех его гребаных адептов. Но ты слушай. Дело-то вот в чем. Я не буду лезть из кожи вон, чтобы их уничтожить. Хватит с меня убийств. А если Карлос на вас нападет? Нет, не нападет. Я договорился. Хо-хо-хо, прошли. Когда уже второй уровень откроется у нас? О, манок. Зашибись. Это уже нормальды. Что там нам для манка нужно? Автосигнализация. Хрена себе. Нет, Майк, ваше перемирие долго не продержит. Да это понятно. Так, что у нас тут? Мы хотим вот этот силач найти, правильно? А, соколиный глаз. Приспособленность на значке тоже дольше. Да знаю я. Давайте вот это. Внимание к деталям освоено.
пару недель назад. Кое-то веки я согласен с Шиза. Эти упокоители уже не люди. Оттуда вышла их баба. Как бишь ее? Банши, что ли? Вот не зря их так называют. Привет, Блэн. Своими воплями она собрала целую орду. Пришлось уносить ноги. Ох, от такого кошмара будут сниться. Капец. Короче, еще какая-то есть банша. Как успехи? Как дела? Ага, ясно. Значит, мы еще далеко не со всеми встретились с зомбарями. Привет. Как дела, Блэр? Отлично. Ага, ладно. Ага. Ага, ага, ага. Так-то лучше. Вот так. Пожалуйста. Ага. Ага, угу. Ага, угу. Сопля из носа потекла. Так. Что дальше? Дикон выследил полевую экспедицию Нера. Ага. Ну погнали сюда. Чё? Давайте мы. Что нам надо? Нам надо заправить байк. А где еще можно заправить его? Ну вот, кстати, здесь есть заправка. А, ну это как раз то место, где орду мы убили. Да ладно, чё там? Заправимся тут. Нет. Мой доступа муж коллекционировал. Что-то нужно? Привет, как жизнь? Да, заправь. Чёрт, тебе нужны тонны топлива. Во, как новенький. Тебе помочь там? Ладно. Че тут мансуешь? Мансижу, блин. Ну давай, поехали. Думаю, последнее это задание и завершим серию. Грибов было много. Знать бы, как там Бухарь. Надо бы проведать его. Надеюсь, он не спит. Че, к Бухарю идти надо? Давай сначала сюда сгоняем. Куда все? Это где? Это где там бойня? Интересно. Капитан Коури! Вызовите капитана Коури! Передайте кто-нибудь! На нас напали! Капрал, надо уходить! Надо уходить! Капрал, они наступают! Капрал! Ополчение? Не понял. Так, а куда мы правильно едем вообще? Дикон Сент-Джон, это Лост Лейк, прием. Майк, это Дикон. Я слышал, ты привел Шейна Райли, но когда я хотел его допросить, никого не нашел. Ага, тут такое дело, Майк. Я пытался его привести, да, но он адски сопротивлялся. Он не оставил мне выбора, Майк, вообще не оставил. Ну-ну. Ты же помнишь, что я говорил о том, как мы ведем дела? Да, да, Майк, я помню. Конец связи. Спасибо, Рики. Дик, поторопись. Чего, куда поторопиться-то, блин?
О'Брайен, я возле маяка, у того, что рядом с Кэмп Роук. Намат, то есть Сент-Джон, понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолет. Будь готов. Отбой. Опять, блин. Ну ладно, жду. Опять следить за вертолетом, ё-моё. Сент-Джон, они должны быть на месте. Ты их видишь? Да, их трудно не заметить. Что от меня требуется? Подберись к специалисту. Тебе нужно держаться рядом, иначе я не смогу перехватить данные. Ладно. Сообщите, как зачистить зону. И на этот раз надо будет установить маячок на вертушку. Пошли. На вертолет. Ожидаю. Я знаю, что такое вертушка. Надеюсь, у тебя есть сведения для меня. Этим занимается надежный человек, так что скоро будут. Хорошо, мы скачаем данные, как только ты подойдешь поближе. Отбой. И что же вы, ребята, здесь забыли? Все тихо. Решили сделать остановку. Чисто. Подзаправиться на всякий случай. Порядок? Там же написано, бензин кончается. Но нет, видимо, для вас это совсем не проблема. Жрать уж охота. Ага, точно. Блин, там даже кустов нигде нету. Блин. Так, надо прикрепить к вертолету маячок. Что давайте, валите отсюда. Не попадаться на глаза. Сегодня вообще не мой наряд. Жалуйся, командир, а я не твой командир. Да что вообще мы тут делаем? Вот так. О'Брайен, я поставил маячок. Проверь там у себя. Принято. Подожди. Да, есть сигнал четкий. Конец связи. Да, не стоит благодарности. Что дальше-то? Как самочувствие? Блин, что-то до хрена я тут вроде. Сейчас не заболеть. Без дежурства я скажу, попробую. Тебе плохо? Черт. Все нормально? А вот и вот. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий, в том числе... Уходи отсюда немедленно! Или мы тебя пристрелим! Погоди, может мы с тобой договоримся? А ёпарный театр. Я же маячок установил, блин, правильно? Когда пролетали над Фервеллом, там было столько фриков. Да, прямо толпа. А вот и он. Заметка номер 2060. Мы завершили осмотр 24 гнездовий, в том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейд, на стоянке грузовиков на Олдбелна Роуд. Как она называлась? Крейзи Виллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крейзи Виллис, к югу от Белнап Крейтер. У меня вопрос, Дом. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу. Только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы ее обсудить, они сразу прибегут к тебе в казарму. Да я просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Да. К югу от Белнап Крейтер. Некоторые области Белнапа не были исследованы вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. В частности, большой лагерь на... Гремит, блин. На курорте Соломея. Да. Соломея. На празднование ежедня рождения Ирода она плясала перед собранием. И он с клятвой обещал дать ей, чего она не попросит.
Она сказала, дай мне голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь. Ну и название выбрали. Да уж. Опять же, по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю. Так грохнул крышкой, блин, мне кажется, они бы все тут вокруг услышали. Скучалось. Да. Библия? Они теперь что, цитируют Библию? Хорошо, наверное. Летаешь себе спокойно. Еще есть время почитать. Господи, Брайан. Капец, как мне убраться теперь отсюда? Так, теперь надо отсюда убраться. Смотри, меня пока меня не засекли. Слишком много. Отлично. Блин, а. Твою мать, он сюда идет. Хватило бы топлива на обратный путь. Что-то нас сегодня далековато занесло. Пока мы на земле, топливо наименьшее из наших проблем. Конечно, понимаю тебя. Куда лучше ползать по Беллновским пещерам? По колено в дерьме фриканов. Он меня не увидит, да? Самое смешное то, что вертолет прилетел, и ни один фрик к ним не прибежал, блин. Вертолет же капец как слышно, блин. Ты чё несёшь? Какого ученого, блядь? Я уже всё сделал. О, Брайан, ты меня слышишь? Я сейчас не могу говорить. Буду на этом канале позже. Конец связи. О, Брайан, ну ты сволочь. Мне надоело быть у тебя на побегушках. Ладно, ребят, все. Серию заканчиваем с вами. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, Дик, ставьте поторопись. Колокольчик. Рики, что не так? Парень, которого мы искали, Эрик Линч. Тот, кто убил Кэмпбелла и Рида на ферме. Линчмен, вот сука. Ты знаешь, где он? Да, он на северном побережье, на старом причале. Шиза хотел им заняться, но Майк велел позвать тебя. Я найду его. Да, спасибо, Дик. Я чуть не заметил, как вертолет улетел. Ладно, все, ребята. Пока-пока. Дик, это Коп. Да ебки. Копленд, да-да, я здесь. Я так понимаю, у тебя для меня дело? Ну ладно, я заеду. Конец связи. Все, теперь точно пока. Удачи.